Если есть свободный СС, закастуйте на уфолога его. Второй СС закастуйте. Джан, позакастуй ты в уфолога, Притон, ты закастуешь. Давай в Галину закастуешь. Шнурки. Когда свои прожимочки, когда бьете портал, идите бить портал, тоже прожимочки свои нажимайте. Свои собственные. Чтобы у вас было проще. И Санька, ты приоритете всегда считаешь миликов. Под портал да, и падает. Да, я так и делаю. Просто я не ожидал, Петю вместе с щитом убило сразу. Да там из-за этого, там Петю по-любому бы убило, там до хера урона. Галина, прям сейчас или есть время на этот трай? Подстань сейчас, сейчас этот трай сделаешь, потом будем. Все, клик. Готово, значит, на пол. Все готовы? Запусти Андрюха, пожалуйста, босса. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сейчас. Подобаем. О, сейчас. У меня тоже работает. Врата через 14 секунд. Приготовились ворота идти бить. Пошли бить ворота. Твои прожимки нажмите. Джанка прохил. Никитин. Когда я ката выбежу. Играли по бабе. Стаки сняли. Стаки быстрее, быстрее, быстрее еще. Стаки появились, сразу они должны пропасть. Вот уже мгновение. Эссенса прохил. Через 26 секунд появятся ворота. Годдэм выбежал. Смотрите, плохо разлили немножко огонь. Тасуны прохил. Стакис приготовились снимать. Кастуйте бомжей. Тасуны прохильте. Саня, змеи массакра бабал. Стаки готовьте, сняли стаки. Геры дали. Ну, самен. Добили вулкан. Бухова прохил приоритетом. Жень, нажми массакра. У кого мало хп, отбегайте. Сосуна выбежала, Бухова прохильте. На хп сдался. Ага. Залейте Инер по буревестнику и ребахните его полностью. Гера, могу поздно. Троянского. Да, закусти будет. Стаки сняли, быстрее. Еще, 8 штук, быстрее, ну. Долго стаки снимает. Притон выбежал. Все, бурсты оставляйте на следующие големы. Сыграли по порталу. Хики прокиньте. Бэкбери нужно... Закастуй гимноману. Не надо, не надо. Баба по рейду гуляет. Да, сейчас мне нужно, чтобы ее подвели немного. Заберу. Босса придется водить. Годдэм выбежал. Стаки с босса. Направо беги, ну зачем ты налево бежишь? Да, блядь, тупой, потому что нахуй. Тихо, нормально, ничего. Не, никак ничего. Вудлик, прокиньте. Через 20 секунд следующий портал, все просто должны свои пути отдать. Бабу добейте. Притона прокил. Скоро будут стаки. Потом портал. Стаки должны сразу же в это мгновение. Уфолог побежал. Кастуйте бомжей уже у кого есть. Бабу только добейте, бабу еще нужно добить. РДДшники, милики, уже бегите к этому. Стаки с босса. Мастер аур на огонь нажми, вард. Не вард, это. Паладин, понял.
Отдаю гимн на ХП. Гимн на ХП. Бэкбери тоже может закастовать гимн на ХП. Шотом. Станьте их. Стаков нет. Не стаки шотом. Я говорю, станьте их. Они не станутся. Бьем. Штаки сняли? Андрюха, если есть БР, можешь на рукам давай, на больше дамага. Два тела только. Когда он упросил? Если БР... Если есть инер, залей в ход хелпа. Бля, долбодёв, ну что ты делаешь? Кто уже разлил? Падать. Какой-то додик. Вот такой. Гол. Это на полторы-две минуты. План Леона. Gold help. GFC есть у кого? Оставьте же. Если есть СС, свободный закустуйте на уфолога. Ну там походу нет. Есть джит? Ставил ход? Есть, сейчас поставлю. Давай, Санька. РДДшники, большая просьба. Вот появился портал. Идите вы сюда, ближе к краю, чтобы вас не задевало. Не стойте вы близко к нему, когда вулкан появляется. Ты меня снова и продал? Что? Я продал. Во-первых, вы меня сейчас обвиняете. Во-первых, у вас три хила лежало, осталось ДЦ и я. Не понимаешь? Да, я заслакал, потому что я, блядь, прожал все, что можно, и хилил вас. Да, я заслакал, не спорю. Но если бы я убежал, у вас вообще остался ДЦ-шка, это по-любому был бы вайп. Там хапал остался. Два хапала остался. Это первый момент. Ладно. Второй момент. Тебе залили бы сейчас инер. Андрей залил тебе инер. Я не говорю, у меня маны хватало полно, я просто говорю, что два хила было, что хрен бы прохилили. Не вопрос, пожалуйста. Дело не в этом, просто вы носили лужу. Если бы я побежал, все равно бы, говорю, не прохилили, половина бы упала. Я это не обсуждается. Это хорошо, ну так ты это и делаешь. Ты это делаешь, Женя. Разлить и убить всех. Все, готовность на пол. Паш, чего не хватает? И первый Геру даст Вуду, если что. Лапу, Гер, лапу. Да? Дайте лапку. Сэнджу, чего не хватает? Притон. Лапу, где дали? Нет, хуёво дали. Да, Андрюха, лапу, у тебя единственная лапа. Угу. Все. Готовность на пол, еще одна. В смысле хуёво? Давай, давай. Знаешь же, как элита. Нет. Не такая же. Она выглядит некрасиво. Она слабее, Андрей. По характеристикам, нет? Да. Да похуй. Брусты оставлять все тихо. Вужи, не выносите к колесу. Но далеко не отбегайте от рейда, выносите в другую сторону. Сыграли по порталу. Прожимочки свои нажали. Эссенс опрокил. Эссенс, смотри аккуратно. Вид про ПХП проседается, беги лучше. Эссенс еще все. Вики выбежал. Да, блять. Бабу бегните кто-нибудь. Немного отведи от него босса. Отведи. Идут. Из босса сняли. Быстрее, долго снимают стаки. Я карту просил. Бабабе сыграли.
каску босса. Вторую бабу добейте, эссенс выбежал. Скоро будет... Я кату прохил. Кастуйте Геру. Вудли. Милики приготовились. Стаки сняли. Стаки еще 4 штуки, 2 штуки стака. Ну ебано, подбеги, под укрюку беги, эссенс тоже. Никотин выбежал. Вот. Упади ща. Женя, вот как ты опять сдох? Я все равно. Еще раз. Появляется пенек. Отбегите РДДшники ближе к краю. Чтоб вас не по вам не заходил урон, и было только миликов нужных пилить. Падай. А я что-то не заметил сейчас. И зыбку отдавали, и ШВ Т4. От зыбку отдали. И отдал Саня с массакру. Так массакра не стакается, подожди, зачем отдавать вместе? Стакается. Ну я не знаю, я первым жал. Не стакается. Я в Петю зубы отдал. С Т4 не стакается? Да. Вроде стакается все. Заходите. Врей. Сейчас отдаст буревестник Геру первым. Кушайте рыбу. И вы два стака оставили на боссе. Какого хера, блин? Все, кто может, снимают стаки. Это в приоритете. Почти убило подлого крюка и убило почти эссенса. Саня, заходи. Чтобы вы понимали, Марк снимает по одному нахуй. По одному. Насколько вы вагоны, блядь? Я один снял. Все присты, все шаманы, все маги, которые один, снимают стаки, появились, они за секунду должны пропасть. Какое сумани? Да какое сумани, блять? Ну как, нахуя ты летишь туда? Нурки отошли на минуту, пускай уже, я не знаю, что. Я пойду басу. Шкаф поставь. Я не знаю, короче, что сложно, вам Саша говорит. Даже, блять, без мата, я бы вас всех нахуй уже послал, вы заебали, честно. Но! Он нас просит адекватно, отойдите. Какого хуя стоите возле этого ебаного пенька, первый нахуй? Милики, видите, у вас пол хп просело, блядь, бежите нахуй оттуда. Тупо, блядь, видите, короче, 50% есть, блядь, убежал нахуй, съебался. Вернулся тогда, когда тебя подняли на пол, бить уже трэш, все. Подошел к вам голем, блядь, отошли от голема, он ауешит. Он стоит вокруг вас, блядь, вокруг себя ауешит. То бишь, соответственно, если у тебя нет хп, блядь, не бьешь. Если ты РДшник, отойди, бей, блядь. Че сложного, блядь? Силы просто охуевают от вас тут, что происходит, блядь. Они просто ничего с этим не сделают. Женя, ты типа тоже, который код хелл, пожалуйста, когда начинается вот этот пиздец, который касается Глеба, не стой в милизоне, не набивай ману. Отойди и сиди в стороне себе, и все. Зачем ты стоишь, тоже урон там в милизоне лутаешь? Как? Сань, так ты получается... Да, блядь, тебе дадут ману, у нас дохуя маны тебе дадут, не, вообще не иди в эту милизону. У нас 3 гимна, 1 тотем, Андрею есть еще Инер, хватает у нас маны. Ты лишний урон идешь получаешь, Троянского засумоните. Что ты говорил, Саня? Ты, получается, на первых големах незыбку сдаешь, да? То есть я не нажимаю мышку. Да, так я каждый големов отдаю первых незыбку, первую. Да? Я тебе про ноншу когда дать. Я слежу, когда он заканчивается, я скажу. А Женину оставим мастер-кру на следующую голем. Также ты сразу нажми мастера ор на огонь. Закончится, потом следующий половин нажмет, века там нажмет. Все, готовность на пол еще раз. Троянского там ребафните. А все есть. Что ты? Соберите. Все, Андрюху, запускай. Через ДБ. Если вас мах опять перепуржит, блядь, я вам минус ЕП ебану сразу же.
Давайте. Это всех? Про всех? Всех, всех, всех. Всех касается. Но... Касается всех, снимать надо стаки сразу же. Появились, сразу же снимать. Окей. Буду абсорбить. Снимать, точнее, стаки. Да иди ты в пизду, еще один, нахуй. Да, я шучу, чё ты? Чё ты начинаешь? Что? Запускай, Андрюха. Запускай. Не спешите газ сбивать, под конец тратите дзюн. Ворота через 9 секунд. На 3 секунде бежать жителей. Сейчас милики приготовились, пошли бить. Про рюмочки свои не забудьте. Джанка, прохильте. Вторую бабу грипните, которая у РДД далеко. Мавар или как он? Стаки сняли? Я бежал. Молодец. Притон, дай, пожалуйста, КС на босса. Я здесь. Что, блин, пока никотина прохил. И бабу, по бабам доиграйте. Когда мы выбежим? Через 12 секунд будут кастуйте бомжей кто-нибудь уже. Сань, да, стаки приготовились. Пошли, я кату прокил. Да, у незыбку стаки сняли, сыграли по порталу, РДшники отвязали. Саня, кастуй массакра бабл. И я мастера уровень, подбегите, у кого мало хп, милики. Отдал это, гимн. Твой тогда гимн. Все, хорошо. Готхелпа прохильте. Вудли прохильте. Готхелпа прохильте. Готхелпу Иннерс, Андрей, может сразу залить. Скоро будет стакинг. Просто приготовьте. Бухова прохил. Вот после вот этого будет стакинг. Стаки сняли. Хорошо. Скоро будет портал. Даже приготовьте. Джанк выбежал, да. Скоро портал, ребят. Приготовились. А мы геры залили. На вторых, значит, геры дадим. Вудли прохильте. Сыграли по порталу. Крепните дальнюю бабу, не достаю. Пожалуйста, я ее передам чайка-то под боссом. Ой, убежал из-под босса. Через 40 секунд стаки сняли с босса. Молодцы. Войда прохил. Войда быстрее прохил. Через 27 секунд будут големы. Женя, ты первый дашь массакру. Тогда скажу. И Геру дадим. По бабе доиграем. Вадюху прохил. Эссенс выбежал. Сначала ли будут стаки? Кастуйте бомжей, у кого есть. Прохильте все. Стаки с босса сняли. Давайте Геру, Женя массакру жми и мастер аур на огонь. У кого мало хп, мелики, отбегайте. Я продлю дальше. Ким закастует Блэкбери на хп. Андрей Хики выбежал, Андрей подними Троянского. Дебаф Троянского. Играйте по боссу. Будет еще портал, портал добьем, добиваем босса. Вадюху прохильте. Скоро будут стаки на боссе. Сняли. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Через пару секунд портал. После метки черепа. Ренессанс выбежал. Прохил Кадаму, скоро портал появится. Сыграли по порталу. Добейте портал и тупо босса. Там шлюх много выйдет.
Сацуны прохил. Так и с босса сняли. С руки Галина выбежала. Прохильчи ее. Прохильчик Галин. Галин, ешь. Танка лут, блядь. Пиздец. Мне, блядь, интересно, как посмотреть в рекаунте урон по пеньку, по трэшу, как это сделать? Это и ну, надо на стойках игрока поставить. Чтобы тебе урон интересен. Всех миликов, нахуй. Женька, заходи. Галина, ты там хотела уйти пока что, можешь пока отойти. Петь, прыгни, пожалуйста, с танка. Санька в хапале оставайся. Окей. Галина, просто с инста пока выбеги. Так, из миликов, кому не нужен этот босс? Одному из миликов. Нет, печь, ты по-любому останься. Яката. Ну давай пока ты Яката. Выбеги, фросмак, иди в рейд. Отбеги, Егор, Егор, пока назад беги. Смотри, куда там. Хорошо. Будем играть все по черепу, перебегайте на другую сторону. Обязательно должен быть законтролен квадрат. И трусы. Доставайте Локи Суккуб. Также Локи с вас красноязычие на всех кастеров обязательно будет. Я, короче, не умею я через вихрь играть, нахуй. Там нормально. По-моему, все метки, да, которые есть. А вам еще. Ребята, сейчас на другую сторону. Два хапала идут, хилят печу. На них ССы. Никто не бьет АОЕшками, все здесь бьют точечно. Присмотрите фросмага. Ставьте. Шкаф. Теперь по контролям. Приоритет будет всегда контролем. Мы играем все по черепу, нужно будет две цели обязательно законтролить. И также сбиваются все косты. А уешками, еще раз напоминаю, не бьем. Джанг, ты направишь свою суккубу в печеньку, когда мы начнем бить бота. А ты, Притон, направишь Самула, он без метки, по центру самому стоит, саман. Суккубу. Ставлю рыбу для тех, кого не было. Кушайте рыбу. Первый гриб нет, пойдет троянский, потом грибну я, потом бухой. Будем бить череп. Все. Череп все. Тотем уже там поставили. Теперь по контролям. Квадрат запоминает. Первый контролит уфолог, потом контролит притон, и после контролит Марсес. Как это происходит? Вначале три ветерка отдается, потом отдается три фера, потом отдается три хикса. Обязательно должны быть законтролены, также не сбивая все контроли. СС-ы ты залей Godhelp'у, Джанг залей Сосун. Обязательно должны быть законтролены. По квадрату. Первый игрок законтролит уфолог, потом контролит, по-моему, Джанг, я сказал, да? Давай Джанг. Потом Марсес. И вторая цель, которая должна быть законтролена, это трусы. Трусы первый контролит у нас Притон, потом контролит Фростмаг. Также Паша, не Паша, Вудли, запомни ты третий контроль. Также Кадама, ты ледяную трапу под нас, Ренессанс закинешь трапу в человека, который будет бегать, ну, в персонажа, который будет бегать. Ну, тоже вы можете какого-нибудь РДшника подконтролить. Обязательно должен быть законтролен квадрат и трусы. Кто спрашивает, я хилю. Женя. Женя, да, ты хилишь. Ты хилишь. Все, все
Отойдите на доски. Готовность на пол. Будем пулять. Череп или квадрат? Череп. Квадрат контролем. Первый уфолог. Джанг Марсес. Трусы контролит. Первый Притон. Фросмак и Вудлин. По уешками еще раз напоминаю, не бьем. Слышишь, вопрос такой, а за пурш типа что, ЕП дается? Или это уже на усмотрение захотел дал? Потому что, блядь, вы по два пуршите, нахуй, он 12 ебал, нахуй. Ну давай за гимн тоже дадим. Вы, блядь, просто давай тупие. За гимн, да, давай. Давай за гимн на ХП, на ману тоже дадим. Давай. Че ты такой, нахуй, че ты в залупу лезешь постоянно? Ты сказали, за 100 НП, 100 НП это вообще не 100, блин. Это ты просто сказали, блядь, привели пример, то что вы, блядь, сука, ленивые жопы, и все. Кто ленивые жопы? Всем. Спокойно. Короче. Играем все по черепу. Играем все по черепу, вы должны быть законтрольные трусы и квадрат обязательно. Это две метки, которые должны быть законтрольными. Все, готовность на пол. Андрюха? Давай, ДБМ пул. Андрюх. Ой, ДБМ пул все видят, мы не все. Давай ты просто макрол скину и все. Играли, геры у нас нет, поэтому пока геры не даем. Через 2 минуты будет Гера. Квадрат, законтрольте, квадрат подошел, и трусы подошли. Притон и Андрей, по-моему, контролят. Дай Бен по фросмагу, Андрей, он тоже контролит. Ты и Петя убили. Эрпал это жопа, он мне стан дает и пизда. А они частицу снимают или что, я не понимаю? Минус 50 на 50, а сварки дает. В этот, упадите. Сейчас все нас сдохнет. А что-то изменится, если мы с тобой вдвоем там будем? Нет. Ну типа кому-то дадут, кому-то не дадут, понял? Кто-то умрет, кто-то умрет, кто второй умрет. Все равно дадут тому, кто первый будет. Да-да-да, упадите, просто упадите, ничего не делайте. Сейчас, может быть, не будет паладина. Нет, пал в жопу, он просто дает стан, и следом все скидываются. Без всяких этих воротов. В спиночку. Та-та-та-та-та. Чтобы примерно понятно было, мне за 0,9 секунд прилетело 18 колонн. Ой, ебать, ну почему никто не завис? Я завис. Ну что, зачем ты заходил раньше времени? Еще видишь, я не обью. Там уже отрезались какие-то люди, я тоже зашел. Вот только сейчас. Еще лежать надо. Еще лежать надо. Ну ладно, сейчас перезайду быстренько. Давайте, кто вылетел, перезаходите. Это же баг, да, какой-то? Его должны же сделать. Гади, да? Что-то этих подаванов уже нету 2 недели. Да, блин, не играет. Может, за мушку забанили? У них игрушка какая-то интересная, новая. А, они в новую игру играют? Да, ты что-то новая игрушка, всё. Вон чё. Блядь, нет. Мне как капец как хочется в туалет. Пойду этот. Андрюха, расставишь по контролям. Я пойду быстро отойду. Ой, я тоже. Давай. Все, расставь по контролю, я опять не тогда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде.
сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Все, ваш полонян будет попроще. Короче, по миликам, конь, если чё, забираешь звёздочку, если в рейд уйдёт. Дальше, короче, бухой, забираешь луну, если в рейд уйдёт. Сэнджо, забираешь вары, если в рейд уйдёт. Запомнили. Короче, по контролям дальше, бьём, если чё, либо череп, либо крест, либо квадрат, ну типа ромб, по ситуации, кто там ближе будет. Притон, суккубу на крест посылаешь. Продлевает, если что, ну, либо фираешка, если он подойдет к нам. Мерсерс, ты продлеваешь крест, запомни цель тоже. Дальше, кто там у нас есть? Чё? Водли. И запомни цель тоже, бери крест, сбиваешь косты по фокусу и даешь жабу, если в нем нету контроля. Джанг, суккубу на ромб. Также теряешь. Если что, я продлеваю. Типа, литрами. Потом, фростмах тоже на ромб. Запомни цель. СС отдай на Сики, притон, если есть. Джанг СС на Сацуне. Танка зона, квадраты. Луна. Хилы. Тотемы поставь на квадраты, Жень, пожалуйста. Также каток под рейдом постоянно, двигайтесь, не стойте, если вас бьют. Если вас хант ебашит, ну типа если он рядом с вами находится, подходите к нему в упор. Если вас мили хуяри, соответственно бежите. Отдавайте масферы, не жалейте КД ничего. По масс диспеллу, короче, у нас войд будет. Приорти по масс диспеллу и точечный диспелл. Ты в шипешь, правильно понимаю? Да. Да. Окей. А с какой стороны начинаем? Сань, ты тут? Да, уже тут. Мы начинаем. Слева. Слева, да? Этот, по феррам масферы первый даст эссенс, потом ГДМ и третий войд будет. Можно грипп сейчас озвучить очередность? Троян, потом где топор и потом давай ты бухой. Хорошо. Лапку, рыбку, пожалуйста. Рыбу, похуй. Рыбу поставил, лапку, Андрюхи. Троян назад отойди. Я сейчас попробую еще мелизонить, пожевать. Ну, они сами к вам двинутся. Тогда... Напоминаю, дальше креста не заходите контроль. То бишь, соответственно, если моб где-то там стоит, не идете туда к нему. Только если он подходит в район креста, тогда вы подходите контролить. Дальше не бежите, пожалуйста. Еще готовность. Вудли, перебегай Петя, к нам. Ты что тут? Вудли, Кадама. Петя, Петя, ты что тут? Андрюк, Вудли. Здесь 3 милика у вас стоит. Вот с этой стороны. 3 милика. Я хочу их забрать. Ну смотри. Все, давай добавим пол. Андрей, будет хорошо, если получится крест грипнуть вначале. Или ромб. Давай, давай крест. Ромб. Я ромб грипнул уже первый. Закастройте крест. Крест. Те, кто контролит ромб. Герут, да. Те, кто контролит ромб, контролит череп. Череп подходит. Смотри. Все, я здесь. Подойдите на череп, брат. Масфирш, подойдите, дайте, ага.
Череп продлите, у меня кончается контроль, череп продлите. Копии не давайте, маги тоже сбивают контроль. Череп продлите, пожалуйста, череп, у меня закончился. Я после жабы продлю череп. Дальше играем по кресту. А череп ушел туда. Андрей, уже гриппа где-то там. Некогда. Да ветером. Играем по кресту. Ну, да, сукубу на ханта отправьте одну, а на ветером же, пожалуйста. Блять. Буду вставать. Вудли встань, либо... пожалуйста. АФК или чё? Вудли. Ладно. Хули, ладно. Еще раз давить рог, череп продлите, кто может. Череп, после череп, него череп, в кого играем? Игрок, череп, блядь, череп продлите, играем. Пожалуйста. Там нормально сукуба на нем. Ну, она только недавно была. Фир, сейчас. Димас диспо, по кресту. И по Вудли и Инер, залей Андрей сразу. И да череп законтрольте. Не надо мне Инер. Одна частица слетела. Маздиспо еще один. По Вудли зубы закиньте. Смотрите, Вудли еще хует. Вудли боб дайте. Вудли боб дайте. Шабат ушел, а нет, обратно ушел. Маздиспо по кресту. Войд, закастуй гимноманом. Играем по черепу все. Все, кто контролил череп, контролят ДЦ. Это... Где он? Антар поставил. Я всех медиков забрал, да? Вроде да. Забаньте деревяшку, пожалуйста. Луну поставил на дерево. Смотрите, там хантовский пет бьет по дереву, уберите пета, ханты. Киньте инер, ребят, по сацуну, либо... Подойди, Андрей, инер. Дим знал. Закастуй, Санька, Дим. Дим знал. Дальше играем по печеньке. Ферну пета. Сука, не фернул, промах. Поставил метку звездочку, ах, звездочку кто-нибудь. Мелики ушли. О-о-о. Приготовьтесь контролить медиков. ДКшники взяли и по одному разобрали. Я заберу квадрат. Что-то интересно. Луна с ДК слетела. Сейчас найду его. Что-то интересно. ДК вытянул. Давай оттягиваем ДК. Опять ДК идет в толпу. Тихо, тихо, убиваем ДК. Стой, убиваем ДК. Спокойно убиваем ДК все. Вара сейчас, дай. Вара сейчас уберем. Давай. Еще оттяни его. Пока не когда. Дайте, пожалуйста, замедление бросайте, декан. Тотем замедление тоже. По катку бегайте. Так, Шабада забрал. Идите от Шабада. Я сейчас попытаюсь Вара вытянуть. Сукубу, пожалуйста, дайте на печеньку возможность. Есть у кого-нибудь еще грипп? Не грипп. Не спешите. Успокайтесь, оковы, блядь, все, не обязательно выгребать, блядь. Не паникуйте, бейте. Да заберу, отходите. Я еще раз ГП наберу. Шабат сорвался. Ну, Шабат не сильно. Ну и оковы дал. Все, я его здесь сейчас застану и убегаю, все убегает. Я сейчас ДКшка, который гриппал со мной, ДКшник, тоже Шабада. Сейчас поставлю метку, звездочка стоит, не звездочка, луну поставил. Сейчас выглядит. Метальчий балом на каток, до меня его тащит, дотяните, до меня его тяните. Через 10 секунд будет вип. Тяните до меня, я стан дам, вы отбежите, я не останусь на мне. Я вас не понимаю, блядь, вам блядь, дают каток, нахуй. Так, и рогу, да. И рогу. После вчера дам кекс, походу, пал. Все, отбегайте. Бежали. Все зажал.
косты кто-нибудь погибить, я хули палы. Я его фернул. А, ну, сейчас он вышел. Вот таких, сейчас удушение, сейчас закину. Дальше по печеньке играйте. Короче, я посижу на нем. Жень, затем поставь. Не надо сидеть, не надо сидеть. Иди бей. Лучше. Андрей, дай пятерки по звездочке. Три есть. Макс застал, я контроль. Все, бечет дальше печенье. После трех ветерков по звездочке три фера будет. Блэкберри, закастуй гимноману. Сейчас лунный ману останется. Приготовьтесь феры по звездочке отдавать. Лоб какой-нибудь любой. Ну, чай, не бейся. Кмо, то сведем двоих хотя бы. Ну так, да. Сейчас я грипну уже звездочку. Грипнул звездочку. Грипните еще ближе. Больше не фрять. Все, держите их рядом. Сейчас где-то еще полено должно было быть. Полено грипните под некогда. Под ума этого. Можете уже уехать. У одного из ДК должно быть некогда. Ну, некогда. Притон ДКС, короче, на фила. Че, не фряйте больше пока друиды. По возможности как забивать. Сейчас грипну его. А, тут КС. Рожка, давай никотин. Помогай мне косты сбивать друиды. Можешь его бить. От одного мили кто идем. Пока давай так просто добьем, потом лучше двух миликов. Хотя сейчас подойду грипну одного, да, базу достану. Это будет бада. Еще один ДК грипани. Смотрите только аккуратно, он если может больно сделать, короче, очень по катку, поэтому. Ну да, кайтите. Рогу. Ничего страшного. Рогу кайтите тоже по катку. Сейчас на рогу поставлю. Перед. Сам только тоже не танчите, ребят, больно бьют они. Минус Дмитрий. Смотри, Вудли, ну стоишь лицом прям танчишь его на рогу, ну ёб твою мать. Да, еще включать и залить. Просто бегай по ледяной трапе. И кайф с ними. Шакул сорвал. Был стан. Сейчас я ему тоже колы пробью. Ай, промазал. Алло, раз два, скажите что-нибудь. Что? Три. Да. Не, меня дискорд продропало. Раз говорю, три. А я перед. Я все-таки собрал миликов так-то. А ты чаркнулся все-таки? Нет, я просто взял в практике и забрал их. С ДК-шьей помощью. Я не понимаю, а там могут, типа, присты, чемпы, точнее, диспелить метку? Ну, частицу, точнее. Ну, частицу собака лоховская может все диспелить. Вот это точно, она там просто диспелила
пропала агробаф. Вот это я заметил, да. Так они еще и ловушки ледяные хантовские диспелят, я не знаю, каким образом. Но они сальву кидают. Ой, не сальву, это дать свободу. О, кольцо. Вот чисто теоретически, мне кажется, собака Лока как раз и диспелила частицу. Не, тут на этом трае ничего не диспелило, я просто поинтересовался. Потому что на тех траях либо я слакал, она спадала за минуту. Конечно, слакал. Нет, там кто-то пуржит, это точно. Шаман, по-моему, еще пуржить может. Таист может пуржить, что, по-моему, нет? Да ладно, нет. Так, уберите тотемы, ребят, вставайте все, Петя, встаньте в танке, Андрюха, прыгай в танк, а Егор, прыгни в танк тоже. Я в хпаре? Нет, прыгай, вряд ли. Так, этому Якаче нужно будет этого босса. Кроссмак, у тебя убит этот босс? Если не ошибаюсь, у него только первых два убита, остальных нет. Так, надо тогда кого-то другого отправить на замену. Меня вор. Кто это? Ой. Конь? Да. Троянский? Все, окей. Яката прыгает в рейд, суманить его. Ну, так, Ренессанс, ты берешь светлую, напуливаешь уфолога темную, по боссу никто не бьет, пока не сказал. Все остальные берут темную. Танки Петя ловит слева, Егор, ты ловишь справа, я ловлю сзади. Сверки. Можно я уточню? Слева, если смотреть лицом на босса? Да. Слева, если смотреть лицом на босса, Петя справа, если лицо же смотреть лицом на босса, я сзади. Федике, у тебя выбор, ты же в приоритете вроде наверху, нет? Нет, по-моему, нет, он потерял. Там только да? Сансуна и Владюха вышнего. Не, тогда ты ж на выбор первый сам стоишь. Куда тебе? Пусть идет отдыхает. Мне кружка, если выпадет, это выбор нахуй сразу по мне. Ну, тоже верно. Да, все, не будем. Марсес, заходи, себя только ждем. Да, кружка. Не, кружка на ФДК нормально. Да нет, как он потрогал. Но до нее дожить? Я здесь дожить. За стрелами? Ну, мог попросить Ренессанса, ну ё-моё, поставь. У него пули. Я уже просил. Кружку, говори, типа... Апнули на X4. Ничего там не апали. Типа шанс проха, что-то этого было. Наоборот. У Талика уменьшили шанс проха, и у кружки, скорее всего, тоже. На ПДК там каждый удар прокал. Ну-ну, расскажешь. Расскажу. Посмотрите, пожалуйста. Пельтоны и когда мы засуманьте, все темные уберите, кроме танка. Еще раз повторяю, босса никто не бьет. Дадите вначале поставить, Андрей. После того, как поставит, тогда только бьете. Брусты доставляйте на щит. Первое. О, по-моему, все. Всех засуманим. Готовность на пол. Если все готовы, будем пулять. Мне ката с Энджин. Ты стабаф дайте еще раз. Все, все готовы. Можешь без ДБМ пула, Андрюх. Иди, пуляй. Ну, ладно. Взяли босса, никто не бьет, повторяю. Кроме хантов. Ханты на пулы отдали, можете бить. Меня не показывает спецспособность через код. И
И сколько там спецспособностей? А можно черные шарики пропускать к нам, пожалуйста? Да, да, они, видишь, если просто вылечились с архистанами. Ну, все, я. Спецспособность скоро приготовились. Продолжайте бить. Хотел пропустить. Теперь сейчас спецспособности 12 секунд. Приготовимся. Через 3 секунды. Продолжайте бить танки, прожметесь, мастера урна тьму нажмете. Егор, знаешь? Да, да, да. Все, дальше будет 2 белых коста точно. Пошлите пока сменим на темные танки. По одному. Идите, Егор, с Петей смените, потом я сменю. Андрей, ты не то сделал. Надо будет светлый дубав, да. Ловим темные. Сферки переводи обратно. Берите все светлый дубав, бьете по темной. Прожмитесь, танки. Блять, Андрюха, по-моему. Падайте. Пойдите. Стоп хил. Я имел в виду, что танки, которые танчат, типа, чтобы по 2 человека, ну, по типа, по очереди сменили, чтобы вы здесь остались. Ну ладно, может, неправильно, непонятно. Да нет, просто когда он начал переводить, надо было всем нам взять белый, как некоторые сделали, и пойти к черному. Тогда проблем бы не было. Ну да, да. Там и щит мы бы сбили бы, и черный, и пережили бы. Просто молча, блядь, встали, я проебался, и все нахуй. Че вы как дети, блядь, каждый раз. Все, заскрите, ничего страшного. Сколько там снимешь себе, да еще. Давай. Может, мне напополам. Блядь, в душе. Плохо объясню. Кушайте рыбку, сняли сразу сверки, все свои, то же самое все дела. Нормально все было, просто немножко недопоняли друг друга. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Это то же самое, все так же это делают, сразу пуляем. Без ДБМ, Андрюха, сейчас все станут на позиции, сразу беги пуляй. Денисанс на пуль. Темные тоже. Все, все готовы, пуляй, Андрюх. Без ДБР. А босса никто не бьет. Показывайте, сколько спецспособностей есть у кого. 15 секунд 10. Давай себе бить.
Фридрича тогда. А вот нехер бегать с трусов куда-то там. Ну, согласен. Согласен. Все тихо. Могу заяснять без этого. Так, 4 секунды спецспособность. Приготовились. Темная воронка, продолжайте бить, Егор тоже нажмешь на целое. Ситуация точно такая же сейчас. Вдруг не надо пока перебегать будет. Демо прокильте. Так, давай все возьмем светлую и перебежим просто. Мы танки темную возьмем. Берите все светлую. Перебегаем, Дрюха. Переводи. А мы темную возьмем и ловим также. Только темная теперь цель. Все, бейте по белой. Спецспособность через 3 секунды. Светлая воронка, танки прожмитесь. Только нам бить надо по белой, не по темной. Нет, вам как раз не по темной, со свету. Ну, вы все по правильно, по темной бьете. Вы бьете сейчас светлым дебафом по темной. А мы ловим темный дебаф. А дальше будет светлый щит. Все, приготовьтесь сбивать щит. Все, пока ничего не меняйте, просто бейте. Сейчас может быть любой каст. Следующий будет. Пока играйте по темной. Не дал? Мило. Было. Следующая спецспособность через 8 секунд. Светлая воронка, продолжайте бить, танки прожмете. Я дал. Мастер Каупер на огонь прожмите. Отдал. Все, добивайте босса. О, пояс выбил. Меня... Ха-ха. Ну, Андрюха, ну хулиган, сказал, бейте светлую. Это не Андрюха был, это бухой был. Я тебя исправлял, просто я тоже ошибся сказал. Ты изначально сказал бить просто по белой. Ты сказал, даже на это Андрюха, он заугарал в чат. А вы можете просто молча бить? А убили же. Лёха, расставишь? Да. Теперь собрали всю метки. Группу в кулак и убили с первого, второго, трое. Явно больше не хватит. Собрали всю жопу в кулак. Теперь будем ЕП с шмотки. ЕП, ГП. Сейчас сразу. Там было что-нибудь на мине? По очереди. Андрюха, ты на минусах там побудь. Сразу парольте трофеи, кому нужно. Сань, я альта вносил. Скажешь, когда пояс будет с Валик ролить, пожалуйста, спасибо. Хорошо, хорошо. А нет. Трофеи нужны кому? Просто паролить. Просмак, кинет в меня. Сколько тебе штук надо? И Марсес. По одному. Ну, кидай, а Марсес тебе сколько? 2. Ну, кидай. Поезд же вроде не падал, да, с Джаракуса? Кидайте. А, еще один есть, три еще есть. Кидай Марсес обмен, поставил квадрат. Метку. Будем очень быстро и пешить, чтобы время экономить. Ну, кидайте обмен. Ну, давай, принимаем. Бегу на полторы минутки. Говняться кинжал. 5 косарей на мейн.
никому не рекомендую его брать. Охуеть, 5 косарей. 500, а не 5. Да, 500. Это с десяткой бежал. Я офигел. 250 нового, либо на ПВП, кто хочет забрать. 250, Владюха. Раз. Это с десятки кинжал. А, что, что, сорян, сорян. Ты чё, блядь? Ну, сорян. Ну, тогда там вот такой кинжал. Да, а, вот такой. Как это, блядь? 250, Владюха, забираешь? Раз. Да. 250, подуй. Не. Ну, 250, 300 Владюха 1, 300 Владюха 2, 300 Владюха 3, 350, 350 раз, 350 2, 353, кидай подвой крюк. Скорее, скорее к квадрату. Андрюха, расставь еще метки, пожалуйста. Или кто там, помощник у кого. Так, не подвой, там жал. Так, дальше. Свет. Заходи, Саня. Я тут. Пояс. Пояс ролим. 250 старт. 250 сосуны раз. 250 сосуны два. 1600 яката раз. Вот это 1600 яката. 1700 сосуны раз. 1700 сосуны два. 1700 сосуны три. Кидай мне. Так. Квадрату. В прошлый раз этот пояс Андрей забрал, да? Или кто? Да. Да, Андрей. Одеяние на ордру никому, по-моему, не надо. На оф спек, Андрей. Либо на хпава кого-нибудь каличного. 125. Кто-то хочет заворать? 125 раз, 125 два, 125 три. Никому не надо, думаю. Дальше грудь. 250 старт. 250 раз на мейн, 252 на мейн, 253 на мейн. Никому не надо. Но офспек. 125. Женя, на ретрика родит? Ну. Бис, кстати. Женя. Ну давай, ну, думай, ну быстрее, пожалуйста. На ретрика штаны топовые. Раз. Два. Три. Как хочешь. Проебал, проебал. Кольцо. 250 старт. Мучки. Шмучки. Вот это на ретрика не без. Это вообще хуй там. 300 ренессанс. Ставьте больше. 300. Когда мы 1000 раз. Ренессанс 1300. Когда мы 1500? Когда мы Ренессанс 2? Когда мы Ренессанс 2? Когда мы 2.2 раз? Когда мы 2.2 2? Когда мы 2.2 3? Кидай обмен квадратов. Забрали у мультика. Тапы. На мейн. 250. 250 Woodley, 200-300 Frostmark, Woodley 400, Frostmark 450, Woodley 500, 500 раз, Junk 600 раз, Junk 600 2, Frostmark 700 раз. О. Это не бот, это запы. Запы. Ну, бума надо тратить. Фросмак 700 раз, фросмак 702, фросмак 703, кидай мне. Да, сейчас будем тратить. Ваня, заходи, мне надо уходить уже скоро. Ваня, заходи вместо меня. Войд, заходи на своего там. Сейчас я тогда поезд тоже по-быстрому сделаю. Так, сейчас. Дальше жало Тараска 5 косарей, 500 остатков.
500 старт.